Никита! Точно рот! Живот не разевай! А то еще ребеночек выскочит! А нужен нам тут ребеночек! До больнички потерпи! Батя! Прасковья повитуха! Мать тех клешт! Богу душу отдала! А теперь 100 верст! Тащись по такой дороге! Что? Не свищишь, Севастьян? Иду на свищишь. Мужики, Макар Морозов тут! Тут, чего? Ну, чего? Макар! Дарья твоя рожает! Дед Лукьян его в больницу повез! На поле! Бабу твою прихватила! Стой, Морозов, ты куда? А работать за тебя лешей будет? Григорий Ильич, жинка моя рожает. Ну, у меня народу нехватка, трое вон пятый день лыку не вяжу. Не пущу, Макар! Не пущу, в конце недели отпущу. Никуда твоя Дарья не денется. Работай, посмеешь уйти, ноги твои в моей артели не будут. Работай, Макар, работай. Работаем, мужики, бабы без нас порожают. Работать надо, мужики, работать. Давай не спим, не спим. Понимаешь?
тебе, кто позволил сюда войти? А ну, ваша пседора! Так он кричит-то так. Не он, а она, девка эта. А кричит от того, что к матери хочет. Видано ли дело, 9 месяцев в утробе материнской провести. К теплу материнскому привыкших. А мать? Нету матери ли? Померла при родах. Можно? Я ее покормлю. Ну, покорми. Коля, молока много прибыло. Может быть, успокоится, да орать перестанет. На, вот, садись сюда. Садись-ка. Тихо. Ой, о, как вцепилась в тебя девка. Красавец, моя, иди к бате. Лёш, ты чё такой пуганый? Макар. Родная ты моя. Как ж тебя так угораздило раньше срока-то разродиться, а? Я. Дитя-то у тебя некому было принять. Хорошо, дед Лукьян тебя в больницу-то отвез, а? Ну, сын, дочь. Макарушка. А пойдем поглядим, кто у нас нынче народился. Макарушка, там ведь это... Ведь там... Двое. Братик с сестричкой. Макарушка. Ведь девочка, она нам... Слушай, она... Я, так я же этот, дурёх ты мой, я же сыну рад-то, и дочке рад. Ты глянь, сын, ты как на тебя похож, а? А дочка? Дочка моя, кровь. Не, родные вы мои, не, ну, прям, ну, поглядите, ну, прям вылитая морозовская девка-то, а? Ты моя радость. Ты моя радость, родненькие вы мои. Дочку-то я Варварой назову, а сына Степаном. Ставка! Стой, паскудник! Стой! Поймаю, топором зарублю! Девка зашибу! Степка! Держи его! Стоять! Подай! Ставка! Вот сюда! Держи! Поймаю! Топором зарублю! Я тебе сейчас так, Василий, зарублю, что рубить вовеки отучишься! Да ты меня, Макар, послушай сперва! Ну, назад! Макар, твой сын, ворюга! Ворюга твой сын, понял, нет? Чего украл? Ну? Ну, на кой они тебе сдались? Мамке хотел подойти. Средь бела дня в лавке украл! Сегодня он в лавке бусы украл! А завтра колхозное добро воровать будет. На вот, подавись. Стоять. Я тебе покажу, паскудец, как у чужих воровать. Ты что задумал, а? Ты что меня позоришь? Я тебе, паскудец, побег, а тут чу, воровать. Ася, не трать щепку, не трать. Чего ж творишь-то, а? Ты же, я ж тебя ремнем-то хлестанул, а? Родненькая моя, милая, больно, скажи, Варюш. Варюшечка, ну скажи что-нибудь-то, а? Меня бей, Степку не тронь, не дам тебе Степку бить. Ух ты моя маленькая защитница. Ух ты моя, род. О, ну, смотри у меня шалопай. Темя выли. Ой, помру я, видать. Мама. Ой. Мам, поехали в больницу. Ой,
Макар тебя отвезет. Ой! Ну, куда же нам доктора-то ждать, ежели он запил, а? Да никуда я отсель не поеду. В этом доме родилась, я бы помру. Муж, за Степанидой послать, а? Ой, Даш, ну еще кого сюда притащишь? Ты, Евдокия, так шибко не вой. А то от тебя сердце кровью обливается. Ой, помру я. Помрешь, так схороним. Ой. А там и я за тобой следом последую. Ой, батя, я. Ну что ж мне так смотреть, ты как мать родная. Леша, Леш, там баба Дуня у нас. Ой, Лех, помираю я. Да не вой ты так, баба Дунь. А? Так, дед, быстро, нож самый острый тащи. Огонь и миску любую. Да на что тебе? Да тащи, кому говорят. Это что такое, Лех? А? Леш, ты чего? Ой, чего? Ты чего это? Ой, ты чего это? Да ты чего? Леша! Леха! Не надо. Ой! Не надо. Не надо. Ой! Бабку родную! Ой. Ножом! Ой. Ай! Ой. Батя! Ой. Ну, подержи. Чего? Ой. Дед, ты чего? А как это, мам? Ой. А полегчало мне. Ой. Напужался, дурень старый. Ай. 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 Ой. Ай, плохо мне. Не любит он тебя. Он по тетке Катерине сохнет. Ой. Варвара, прекрати эти слова тихонь. Нету никакого бога. Есть бог. Мамка говорит, кабы не бог, мы ой, бы... Ой, ты побольше ты нашу мамку слушай. Она у нас не образована. А в школе сказали, что нету никакого бога. А кто тогда за место бога? Да прекрати ты креститься. Ленин теперь за место бога. У нас в школе его портрет висит. И на обожнице надо вместо икон Ленина повесить. Тарелки. Игнат Акимовки из тарелки улыбается. Ты, Аленка, в комсомол вступила, угадаешь. Ой, больно много ты про комсомол знаешь. Смотри, кольцо. Видишь? Так это значит, что я замуж за Игната пойду. Ой, так уж он тебя замуж и возьмет. Он тетку Катерину у реки целовал. Я своими глазами видала, целовал и за разные места ее хватал. А ты, Аленка, мечтай, мечтай, дурында. Варя! А ну стой! Варя, ну-ка стой! Иди сюда. Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечество. Алёш, мне надо в город ехать. Школу хочу на замок закрыть. Воровства много. Я сейчас. Про доктора Пирогова читаешь? Про него. А-а. Возьми книгу домой, завтра вернешь. Можно? Тебе можно. Спасибо. Сиди, сиди. Я вот что, Алёш, тут про тебя думал. Надо тебе в город ехать. Образование получать тебе надо. На доктора учиться. Ты человек цельный, голова у тебя светлая. Да кто меня в городе-то ждет, Иван Сергеевич? Это пока не ждет. Есть у меня вариант. Надо нам его с тобой хорошенько обсудить. Живет в городе человек один. Весьма своеобразный. Но души широкой, очень широкой. Зовут его Павел Аркадьевич Бабахин. Он директор драматического театра.
Сестра моя, Анюта, она у него в театре служит. Ну, так вот, Павел Аркадьевич имеет большие связи. Бабахин никому никогда в помощи не отказывал. Надо нам опробовать этот вариант. Он вчера по дороге возле нашего дома проходил, так она чуть из окна не вывалилась. Скажешь, что ж, нашему Алёшке до девок-то дела нет. Ему за место девок только книги. Он у нас будто ученый какой. Верно, доктор. Точно, Алёнка? И впрямь, доктор. Кузнецова! Катерина! Ну-ка, сдуй на ферму! Смени там Валентину! А чё я-то? Вечно ты меня, Матрёна Николаевна, на всякую дурную работу отправляешь. Будто других баб вокруг не видишь, только меня одну. Ты ну-ка, давай не прерыкайся! Ты делай, что тебе велят! А то я донесу председателю-то! Ну-ка, живо собирайся! Он Игнат тебя довезёт! Он как раз едет на лесопилку мимо. Игнат! Игнат Кузьмич! Давай сюда! Здорово, что ли, Катюх? А то мы с тобой не виделись, Игнат. Не знаю, как ты меня, а я-то тебя за версту всегда вижу. И готов глядеть на тебя неустанно. Опять ты за свое, Игнат. Ты куды? Ты куды меня повез, а? Да не ори ты, Катюх. Не ори. Игнат! Куда едешь? Игнат! Игнат, ты чего, Игнат? Игнат! Игнат! Красивая кукла. И кровать в них подложил, покуда я спала. Ну, помнишь, я тебе рассказывала, что бусы вот такие вот хочу? Ну, помнишь? Не помню я ни про какие бусы.
фу ты напугала. Кто они? Катерина Кузнецова, Игнат Акимов. Нету их тут. Чего ты так кричишь-то? Здрасте. Здрасте. Что не спросишь, куда я еду? Может, нам с тобой не по пути? А мне все равно, куда с тобой ехать. Ты что такое говоришь-то, а? Сейчас слышишь, что я говорю. Останови-ка телегу. Чего? Останови, говорю. Ты еще зачем? Иди сюда. Что такое? Чего удумала-то? Целуй меня. Еще целоваться ты не умеешь, дуреха. Вот ты и научишь. Да может, и научу. Да как постарше станешь. Ты давай-ка, девка, не дури. Я другую люблю. Поняла? Еще пожалеешь, понял? Крестатно отдельно носить. Все его там уберегать будет. И реветь мне не сметь. Не буду. Иконку положила, образок-то прям рубах-то зашил. Макар. Дарья. Ну, все, все. Птенцы-то они рано или поздно вырастают. Угу. Вылетают из гнезда-то. Да куда же он там-то? Один, одинешенек. Страшно. Сердце прямо на части рвется. Вон во дворе голоса слышны. Видать, бабка с дедом с внуком пришли попрощаться. Идем. Ой. Олеша, я тебе тут покушать собрала. Ну, мол. Молчи. Возьми. Ну, мам. Макар! Отпускай сына! Не то это вечером! Туда-сюда не обернусь! Успеешь! Спаситель ты мой, Лёша. Все, все. Кто ж нас теперь лечить-то будет? Лечить-то? Ты не об себе. Ты об нем подумай. В нашем петуховском роду впервые мужик деревню покидает. Вот-то ты и оно. А ты все про себя, да про свои болячки. Ну, из нашего мородского рода тоже первый мужик мальчий берег покидает. Ты давай уж там в городе делай так, чтобы мать с отцом тобой гордились. Оставайся мужиком, Алексей Морозов. Где Аленка-то? Ой, впрямь. А куда же она подевалась-то? С братом родным попрощаться не явилась. Бошку забила себе этим Игнатом Акимовым. Дрянь такая. Мать, не обижай, Варьку не гоняй. Угу. Олеша. Все, все, все. Ну, с Богом, чего?
Аленка. Тихо, тихо, я с тобой поеду. Ты дурная? Нет, я Дмитрич. Я тебе сказал, ни копейки я тебе на это дело не дам. Я прошу, Паша. Нет, вон, хочешь, Тамара Ильича нарисуй. Хочешь в одежде рисуй, хочешь без одежды. Да. Я тебе по-всякому разрешаю. Паша. Что? Что, Паша? Как Паша скажет, так оно и будет. Ты кем была до того, как ко мне в театр пришла? Ты в лоточке вышивала и на базаре ими торговала. Как Павел Аркадьевич Бабахин скажет, так ты и будешь делать. Ну, Павел Аркадьевич, ну зачем все, вы все, так? Все. Дорогой наш, Павел Аркадьевич. Тамара Ильинична вчера так на сцене блистала. Я другой такой актрисы вообще не знаю. Не видал никогда. Давайте, товарищи. Да Тамару Ильиничну водочки опрокинем. Ой, Томка. Наливайте, наливайте. Так, тихо. Господа! Товарищи! Да, товарищи, давайте выпьем за Тамару Ильиничну, за красоту невиданную, за талант неслыханный, за Томочку Суслову, любовь мою горячую. Ура! Очень хорошо сказал, очень. Делать будешь то, что я тебе велю. Велю голый Дубасову позировать, будешь позировать. Велю голый по улице пойти пойдешь, поняла? Павел Аркадьевич, наказывали напомнить. У вас для Тамары Ильиничны-то подарочек припрятан. Давай, неси, неси его туда. Пошли, Томка. Пошли. Что, хорошо? К вам два молодых человека пришли. Говорят, по поручительству Ивана Сергеевича Колокольцева. Колокольцева? Да. Какого такого Колокольцева? Ты Каня Колокольцева у нас в театре слушает. Я тебя еще просила ее посмотреть на Варвару в грозе. Это брат ее. А, Ваня Колокольцев. Ну да, да, хороший человек. Ежели от него пусть заходят. Степка, ну ходи сюда. Стоять. Живее. Хорош, ну потрясничать. Ты мне теперь вместо Алешки единственный мужик среди баб моих. Будешь отцу помогать. Куда ты меня? Лес поедем валить. И по этой причине Иван Сергеевич потешил себя надеждой, что вы помощи не откажете и постараетесь помочь моему обучению. Доктором стать я всей душой желаю и обещаю вас не подвести. А это, стало быть, сестрица твоя? Да, сестра.
Она из дома сбежала. Порыв у нее случился. Необдуманно она сделала. Она сегодня же вернется домой. Домой? Зачем сразу домой? Пошел. Тихо, сиди, Том. А чего же сразу домой? Тебе сколько лет, Златовласка? 16-й год уж пошел. Мать честная, глаза-то какие. 16, мала еще. Красивая у меня Томка. Шуба у нее красивая. Слыхали? Шуба у нее красивая. Томка, ну-ка снимай свою шубу, неси ее сюда. Она, если во что зубами вцепилась, она и в нее оттуда из глотки уже клещами это не достанешь. Сейчас, сейчас, деточка, Павел Аркадьевич тебе кое-что другое подарит. И тебе теперь достанется. Что вы, что вы? Мы не можем. Ты не можешь, я могу. Яков Дмитриевич, парня на постой к себе бери. Ну, а ты, сахарная, покуда домой. Подрастешь чуток. Ну, а как подрастешь, сразу ко мне. Я тебя ждать буду, поняла? Поняла. Макар, ты сына на кой сюда приволок? Мало он еще для тяжелой такой работы. Мужик к любой работе с измальства должен привыкать. Ты погляди, как он у него топором орудует. А ты, Григорий Ильич, говоришь, мало он еще. Ишь, что творит малец-то? Нравится мне твой Степка, Макар. Хоть и сорванец он у тебя растет. Ты позови ко мне его, Макар. От тебя он слова доброго век не дождется. Так хоть я ему пару слов человеческих скажу. Сергей Григорий Ильич, ног ты ему не наговори. Да у него в бошке мусору по коновалам. Ты позови, позови. Стёп! Стёпка! Вот сюда! Кажись, повредил тебе чего-то. Сейчас, сынок, сейчас. Лошадь давай запрягай! Терпи, родненький мой, терпи. Сейчас. Вот ты. Варька, Варька! Степку твоего прижибло!
Степа! Степа! Макар! О. Чё ж сварька-то наш творится? От Степана ни на шаг, ни отход. И кровать-то она ему свою уступила. Уступила. А сама теперь на печи кулачиком, словно кошка, свернулась и спит. Так это я ей говорю. Спик ты на Алешкиной этой кровати. Угу. Это, говорит, она в другой комнате. А так я в любой час к Степке могу спрыгнуть и помочь, коль понадобится, да? Ишь ты, как она его любит. Любит. Ни тебя, ни меня она так не любит. И Каленки с Алешкой-то она тоже не така. Я думаю, что это от того по-особому, что двойню они. В одном животе зародились, на свет Божий вместе появились. И от того у нее к нему тяга такая особая. А, это, Дарья, забыл тебе сказать. Завтра вечером председатель собрания в кухне собирает, вместе пойдем. Ну, ты чего остолбенел, словно каменная? Дарья. Пойдем. Завтра ты пойдем. Читала про снежную королеву. Так там эта королева мальчика закупала. А девочка пришла к нему, заплакала. Слезы упали на его сердце. И он расколдовался. Я тоже плакать буду, чтобы ты излечился. Неужто самые, что ни на есть, золотые? Ну, конечно, золотые. Я на такие часики могу 3 дома купить, как у бывшего кулака Потапова. А может, и еще лучше. Ой, Ли, че вправду купишь? Ну, Аленка, рассказывай дальше-то. Аленка, ты чего умолкла-то? Да надоели со своими расспросами, домой пойду. Иду. Иду, моя хорошая. Заждалась меня. Ну, девочка, моя боже. Все, все. Стой. Аленка, а ну-ка, поди. Давай, корову, помоги мне подоить, у меня в хлеву-то дело не в проворот, а то плывет он, как лебедушка. Вечно ты со своими делами, когда на душе муторно. Глянь-ка, муторно у ней на душе. Говорю, подои. И нечь себе бошку-то глупостями забивать. Дрянь.
а не девка. Ну, да, мой хороший, все. Все, 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 все. Так, внимание! Животко зачислен. Елистратова зачислена. Рукавишников не прошел. Щербаков не прошел. Козинцев зачислен. Васюков не прошел, Зубанин не прошел, Морозов. Зачислен. Все. Зачислен. Извини. Простите. Разумеется, прощаю. Но вы больше так по улице не бегайте. Да я так-то вообще не бегаю. Просто сегодня со мной невозможное произошло. Вы покраснели больше, чем эти яблоки. Что за невозможность с вами сегодня случилось? Меня учиться зачислили на лечебно-профилактический факультет. Ух ты как! Значит, вы доктором будете? Ну, так-то оно да. Ну, догоняйте. Проводите меня немножко. Можно? Яблоки, давайте. А вы из деревни, да? А вы откуда знаете? Ну, совсем не стоит этого стыдиться. А я в городе родилась, и мои родители тоже. Ну, правда, их уже нету в живых. Моего папу убили в начале революции, он был штабс-капитаном. А мама умерла от пневмонии спустя 2 года после папиной кончины. Так что я живу с бабушкой. До революции мы жили в достатке, а теперь вот тяжело, бабушка болеет, так что деньги зарабатываю я. А за этими яблоками меня послала одна женщина, актриса. Она служит в театре. Да, я иногда выполняю ее поручения, и она мне немножко платит. Я берусь за любую работу. Ну вот, я и пришла. Позвольте полюбопытствовать, как ваше имя? Алексей. А я Лиля. Ну, до свидания, Алексей. До свидания, Лиля.
руки протяни. И давай, как в прошлый раз. Сперва сядь. Вот так. А теперь за плечи мои крепко держись. И тихонечко на ноги становись. Вот так. А теперь дай мне руки и шагай. Шагай на меня, ну! Шагай! Вперед, шагай на меня, ну! Еще шагай, шагай! Еще шагай, ну же, шагай! Ничего, Степа, ты все равно пойдешь. Ты будешь ходить, ты сильный, ты сможешь, ты будешь. На последнем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии было принято решение проводить политзанятия с целью повышения политической грамотности колхозников. Ведь что это за колхозник, который не знает, что такое индустриализация? Колхозник, который трудится на созидание крепкого социалистического общества, не может быть политически безграмотным. Индустриализация задумана нашим вождем, товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным, для усиления промышленного потенциала. Иди твоим. Прости меня, Григорий Ильич. Только я тебя ни хрена не понимаю. Вот говоришь ты красиво. Я заслушался тебе. Только, ну, ни единого слова в толк не возьму. Батя. Чё, батя? Чё тебе, батя? Сама, небось, ни хрена не понимать, только понимательную изображат. Вот это вот слово, про которое ты тут нам всем толдычишь, я его не только в свой разум принять не могу, я его вовеки никогда и не выговорю. Вот ты, шибко грамотная, до языка-то. Вот ты вот это словечко, про которое нам тут председатель всем толдычит, ты его произнести сможешь? Я-то... Это... Индус... Тише. Индус, хранцуз. Дед Лукьян, а ну кончай дисциплину разлагать. Продолжайте, Григорий Ильич. Нет, не порядок это. Изъяснить надо человеку, ежели он чего не понял. Вот ты, Лукьян Потапыч, работу тяжкую всю жизнь руками своими делал, так? Ну так вот, мозоль-то дубовая понамозолил. Лукьян! Дашка, Макар, да и девы есть. Ишь, ой. А ты не ходишь на собрание? А нам тут председатель про машины разъяснят. Да какие тебе такие машины? Дурак ты старый. Щепка наш ногами пошел. Ну, Валька по улице сейчас водила. Да ты быстрее что? Быстрее домой бежите. Да поторопись ты, черт, и старый, к собранию. Ну. Продолжаем.
перебить, но трог тебе, железное! Какой мой родной! Ну, чего землю вылобили? Концерт вам тут какой, а не представление, а? Степка Морозов идет, собственными ногами идет, а? Ты мой хороший! Ну-ка, давайте, давай, Сам! Давай, Сеня, давай, пройди. Давай, Карл, молодец, давай, Маш, смотри, как, а? Давай, на! Ты мой родной! Пойдем, пойдем, пойдем. Человеческий желудок представляет собой резервуар из мышечной ткани. Кстати, если кто-нибудь не знает, то резервуар – это такой сосуд. И в этом резервуаре, то есть в человеческом желудке, и происходит расщепление пищи, которую мы потребляем, и усвоение воды, которую мы пьем. А теперь мы приступаем к главному – к осмотру человеческого тела, к его разрезу, дабы узреть, где же находится искомый нами желудок, и чтобы увидеть его собственными глазами. Ну? С кого же мы начнем? Ну, например, вы. Извольте назвать вашу фамилию. Алабина. Очень приятно, студентка Алабина. Пройдите, пожалуйста, сюда, поближе. Так, прошу вас. Прошу. А не покажет ли нам студентка Алабина, в какой части человеческого тела находится желудок? Ну? Вот тут он находится. Молодец, молодец. Теперь, студентка Алабина, возьмите скальпель и сделайте разрез, как я вас учил. Давайте. И что такое? Что такое? Ребята! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тушу бы кого-нибудь менее тучного вызвали, Андрей Лаврентьевич. А то точи тебе такую тушу. Отнесите ее в медицинский кабинет. Студенты, и так будет долгое время, дорогие мои. Пока вы не научитесь смотреть на человеческое тело, как на собственное отражение в зеркале. Ну, кто после этого подойдет и сделает все-таки разрез? Разрешите я. Ну, кто бы сомневался, Морозов, конечно, вы. У меня такое ощущение, что после окончания учебы только вы будете знать про медицину от и до. Ну, идите, пожалуйста. Берите скальпель, делайте разрез. Давайте. Браво. Браво, Морозов, браво. А ну, путь, Гагара! Ну! Че, я оглохла, что ли? Путь дороги, тебе говорят, а то так охрею плеткой, аки кобылицу. Путь дороги! Ты что, дед, по корму поехал, что ли? Пошла! Здравствуйте, Иван Сергеевич. Здравствуй, Аленка. Почему в школу не ходишь? Да надоело до чертиков эта ваша школа. Вы за место того, чтобы вопросы задавать, лучше подвезли б меня. Садись, конечно. И куда путь держишь? В Офряново. Мать отправила к Захарке за травой для Степки и бабы Дуни. Ага. Вы же в город направляетесь? В город. Ну тогда как поедете обратно в Офряново, меня и заберете. Про Дубровского читаете? А я почитала, почитала, да мне не понравился он нисколько. Почитала и бросила.
Выводы о книге можно делать после ее прочтения. Он дом-то Троекурову отдал, да? Нет, поджег он его. Вместе с чиновниками поджег. А после этого... Как, вот так прям с людьми поджег? Да. Но это случилось не по его вине. Да ты это лучше сама прочитай. И в школу обязательно ходи. Надо ж, какой Дубровский дом поджег. С людьми. Здравствуйте, Анна Николаевна. Здравствуй, Алеша. Яков Дмитриевич тебя видеть хотел. Я не знаю причину, но спрашивал о тебе. И даже интересовался, когда ты придешь. Да-да. Я сейчас книжки положу и зайду к ним. Да входите уже! Дверь побыстрее закрывайте, не то у меня сквозняком спину надует. А, это ты? Ну? Как? А? Ой, что такое? Что такое? Да никак ты первый раз в жизни обнаженную женскую натуру видишь. М? Ты ж доктор! Тебе барышню лечить придется. Лиля... Он сейчас умрет. Набросьте что-нибудь. А то я за его кончину вовек с Бабахиным не рассчитаюсь. Ли! Ну вот. О, дурёха. Почему я так напугал? Убежала, не попрощалась, денег не взяла. Ну да ладно. Я тебе чего хотел видеть-то? Ну, пойдем. Алексей! Ну, ты посмотри, вот на кого ты похож, а? Что это вот это? Ой. Ты на бродягу похож, а не на студента. А когда портрет оборванца соберусь писать, я тебя непременно приглашу. Держи. Пиджачок мой. Вот. Нет, нет, не нужно. Но он почти не ношенный. Что ты? Рубашки. Вот, возьми. Это пригодится. Пальтишко мое любимое. Но я, правда, уже в него не умещаюсь. Но оно и из моды вышло. На, держи. Вот. Что вот? Нет, это я еще потаскаю. Вот. Давай, иди, примерь. Спасибо. Носи, носи, давай. Спасибо, Иван Сергеевич. Про Дубровского нынче вечером обязательно почитаю. И в школу завтра приду.
Приходи. Обязательно приходи. Ой, не могу. Вот наказание Господне. Вот на кой мои глаза не видят то, что больше всего требоваться, а? Вот иголку с ниткой ведь не видят. Лучше бы за место иголки с ниткой тебя, дурака старого, не видать. А у тебя за всю жизнь желания глядеть на меня не было. За место нитки с иголкой на мужа же глядеть не желает. Курица ты, Евдокия, а не баба. А ты дурень. Вот что ты у меня такой дурень, а, Лукьян? Вот мне по что иголка с ниткой сдалась, а? Я комору бабку-то штопаю, вон Гришке соседу. Здрасте. Ой, краса моя, иди поцелую. Иди. У знахарки была? Не, у директора театра. У кого? Кого, у кого, баб, да никого еще, ежели травы тебе привезла. А, ну, конечно, на, помоги. Тить твою. Заявилась, дитятку. Не сметь на бабку орать. Ой! Беспутная. Ой, умолкни ты, старый. Приглашали тебя с твоими воспитаниями. Ой. Погляди-ка на нее. Ой. Я ж за ее вступился. И она на меня же с недовольствами. Ой, донос. Вечно вы как кошка с собакой. Хоть бы на закате дней ты своих кожи, либо душа в душу. Яйца курицу не учат. Ты про Игната слыхала или нет? Про Игната? Ну? Чего слыхала? Ну, так он сегодня всех на свадьбу приглашал. Да. Катерину Кузнецову посватал. Так что на следующую субботу в деревне гульба будет. Я у Михалыча гармонику возьму. Молкни, дурень безмозглый. Чё замолкни? Чё замолкни-то? Ты мне рот-то не... Етить-то... Это оно куды? Куды, куды? Раскудыкался. Сохнет она объем. А ты и про свадьбу, про гармонику. Ой, не могу. Дубина стоеросовая. Тю! А я знал, что ли, что это она? Тю! Я тебя нарисовала, видишь? Вот это солнышко светит, а это наша. Варвара, выйди, мужикам поговорить надо. Батя! Вышло сказано. Батя три раза не повторяет. И вот этим кулаком на тебя пришеп. Слушай, говорить с тобой буду. Думаешь, пожалел на ногу твою глядючи? Плевать я хотел на твою ногу. Ни у кого не должно быть жалости к тебе, понял? Ты такой же мужик, как и все, и нога у тебя такая же, как у всех. Ты правильно сделал, что вспылил, когда Витька тебя дразнить принялся. И правильно, что убежать себя не даваешь. Но человека ножом резать – это последнее дело, это паскудное дело. Человек не свинья, его резать недопустимо. Уяснил? Уяснил. И хватит на меня волчонком смотреть. Знал бы я тогда, что тебя деревом пришибет. Сам себя пришиб бы к чертям собачьим. Ну, хватит на отца зыркать. За
Зачем вы меня преследуете? Я знаю, это дурно. Но нам с бабушкой не на что жить. Поэтому я берусь за любую работу. И, конечно, я не Сонечка Мармеладова. Никогда ей не буду. И чувство собственного достоинства я не потеряю никогда. Простите, Алексей, мне неприятно с вами разговаривать, потому что вы видели меня в недопустимом виде. Я ничего не видел. То есть я видел, но уже ничего не помню. Совсем ничего? Совсем. Хорошо. Ну, так-то да. Но только пообещайте мне, что вы не будете смотреть на ту картину, даже если Дубасов вас попросит об этом, вы не станете этого делать. Обещаю. Как ваша учеба? Вы довольны? Да, спасибо. Я очень доволен. На днях я оперировал. Вот как? Интересно. А что за операция? Кого вам довелось оперировать? Я удалял грыжу пупочную, оперировал мужчину. Ну, то есть умершего мужчину. Вы оперировали труп? Ну, так-то да. А, вы же только обучаетесь. Я бы умерла со страха. Вы молодец. Кстати, вы так изменились. Совсем не скажешь, что вы из деревни приехали. Это пальто Дубасова. Ну, что с того? Алексей, приходите к нам в гости в субботу. Я вас с бабушкой познакомлю. Придете? Приду. Хорошо, я тогда адрес оставлю у Дубасова. Ну, спешите получить знания, а я пойду к Дубасову. Он, к счастью, сегодня завершает свою работу. Да. До свидания. До встречи. В деревне случилось два пожара. Сгорела баня Федора Фролова по его же неосмотрительности. А также сгорел амбар Сотниковых. От того, как хозяин дома, Егор Демьяныч, бросил подле амбара недопотушенный окурок. Это теперешняя ситуация.
нам пока не ясна. А чего не ясна-то? А что хито? Бабки не ходи. Говори, Матвеевна. А что говорить-то? Скажу, чего видала. По нужде я давеча во двор выходила. И ента побожусь я перед вами, люди. У Игната во дворе человек был. Своими глазами тень-то видала, будто кто-то по двору-то побег. Едва в постель-то улеглась, едва я глаза-то свои закрыла, как в окошках-то вспыхнуло. Ой! А в комнатах-то будто день стало. И кить твою, тень она увидала. Моя Евдокия настолько ослепла, что иголку с ниткой увидать не может. Куда уж вам, старуха, ночью тень увидать? Так побожилась я, Лукьян! Ой, да не слухай ты его, Матвеевна, не слухай! А тебе, хряк старый, так только бы внимание на себя... Ну, ты... Чё ты? Сиди да помолчи, тряпочка! Тихо! Тишина! Требую тишины, товарищи! Требую тишины! Требую тишины! Если Матвеевна правду говорит, значит, дом Игнату кто-то преднамеренно поджег. Значит, кто-то из наших. А это уже двойное происшествие. Будем разбираться с этим, выяснять. В любом случае, Игнат, колхоз тебя без жилья не оставит. Новый дом тебе поставить поможем, да, товарищи? Тем более тебе теперь с женой молодой жить. Ты останься после собрания, мы с тобой все обсудим. Так что, товарищи, собрание окончено. Можете расходиться. Игнат! Матвеевны пока поживете. Она баба болтлива, но трудящаяся, сердобольна. Картухи завтра мешок подброшу, да молока. Так что ты верь в колхоз. Колхоз поможет, Игнат. Спасибо, Григорий Ильич. Давай. Игнат! Здравствуй, Игнат. Слыхала, у тебя дом сгорел? Здорово, Ален. Сгорел. Мне поговорить с тобой надо. Говори. Становись. Тут поговорим. Чего надо? Женись на мне, Игнат. Ален, кончай уже дури-то маяться, а? Женись на мне, я тебе дом новый построю. Вот. Золотые. На них 3 дома построить можно. Женись на мне. Ты что, мне сделку предлагаешь? Ты где такие взяла? Ты взяла, там уже нет. Женись на мне, я же тебя всю жизнь любить буду. Вот дура-то, Аленка, дура маленькая. От дурной любви своей такие дела творишь.
Макар. Макар, проснись. До сих пор нет. Уж светать-то стало. Куда ж подевалась-то, а? Девка пропала, дочь наша. Чё, Ларька пропала? У тебя еще одна дочь имеется, Оленка ночевать не явилась-то. Ой. Ты куда? Макар, ты куда? Спи, сказала. Макар, ты куда? Всю деревню обыщу, не найду. Председатель с мужиками на подмогу позову. Да! Том, ну перестань, дай поспать. Подожди. Тома. Мне пора вставать, Стася. Подъем. Том, перестань. Маша. Да-да. Доброе утро. Доброе утро, Павел Аркадьевич. Вам Аленка приехала. Какая Аленка? Из деревни. Похоже, Аленка приехала. Она сказала, что это вы велели ей сюда приехать, к вам. Еще она сказала, что ее брат квартирует у Дубасова. Ну, красивая девка. Белокурая, глазищи. О, Павел Аркадьевич, она очень красивая. Какое интересное начало дня. Паш, ты чего? Ты куда? Королева моя! Пусть... Королева, давай одевайся! Пусть убирайте к чертям! Пойдем вам девочку смотреть! Зинаида! Ну, здравствуй. Златовласка. Чё-то вы такие испуганные? А? Отчаянная ты девка. Ты хоть знаешь, что в гости к волку пожаловала? Я, что ли, тебе подарил? Вы. Я их позабыл. Жить со мной будешь? И эти таких безделушек. Париж, она же ребенок. Не зли меня. Да она юная за всех. Она юная. Юная. Ну-ка скажи ей, юная. Будешь жить с Павлом Аркадьевичем Бабахиным? Буду. Слыхала? Теперь собирай свои вещички и к себе на квартиру дуй. Зинаида, завтрак на две персоны. А, сей, минуточку. Меня так просто не бросишь. Ты горло прикрыл. Вон пошла. Пошла вон! Так, это что? Вещички мои. Зинаида, выброси это на помойку. Хорошо. И вот это тоже. Садись, милая. Здравствуйте, Лиля. А чего же вы тут стоите?
Здравствуйте, Алеша. Вас жду. Я думал, вы будете дожидаться в квартире. А ваша бабушка? Моя бабушка умерла сегодня ночью. Как? Я же вам говорила, что она болела. Неделю назад ей стало легче, я подумала, что болезнь отступила, но... В общем, это случилось. Хорошо, что вы пришли. Пойдемте, пройдемся. Ну, дождь. Вы промокнете? Дождь. Сегодня неважно, идет дождь или нет. Важно, что вы рядом. У меня ведь теперь никого нет. Вы знаете, Алеша, мне кажется, это не случайно, что вы появились в моей жизни. И не случайно, что вы пришли именно сегодня. Жалко, только бабушка не успела вас увидеть. Варьку-то вашу никто еще не сватал? Лишь один. Этот, Чучкин-то. Я... За версту теперь наш дом обходит. Ты так всех женихов от девки отвадишь. Нет. Витька, ясное дело, у вас с ним с детства ненависть. Ну. С той поры, как ты ему ножом на щеке отметину оставил. Ну? А только помимо Витьки в деревне еще парни есть, которые к Варьке тренированно дышат. Да все, что ли? Почему сразу об себе? А если об себе, что с тобой? Ты ж ко мне по-дружески? Ты давай, Макар, теперь за место меня Степку своего зови. Я пойду Николаю с Захаром подсоблю. Степан! Что? Что? Входи сюда. Батя зовет. Сюда, двух ручку возьми. Шибче. На следующей неделе нам надо на дом починить. Крыша совсем потекла. А после праздников баню новую начнем ставить. Мужики, стало быть, время обеда! Здорово, Сань. Здорово. Чертовка. Ну, ушла.
Пошел. Здорово, Вась. Давай, кот ты чертовка, да? А сколько раз я тебе говорил? Ну не вози ты нам еду из дому. Мы со Степкой-то со всеми мужиками еще и колхозом хлебаем. Ничего тебя быть не будет. Как возила, так и буду возить. Заплеть это волосы, как все девки. Хочешь просто волосы? Ты же не ведьма и не русалка чай. А мы же ведьма и русалка. Ой. Сань, давай с нами. Я вареников наварила. С картошкой. Вместе с тарелкой слопаешь. Давай, давай, пойдем. Ты его зовешь-то? Ну, он же товарищ твой. Я тебе вареньки жал. Дядь Макар, а можно я вашу Вальку на лодке в празднике покатаю? Дай. Парень, ты не хулиганистый, тебе разрешаю. Я не разрешаю. Ты что, Степа, кокаса тебя ужалила? Ничего. Сам я тебя покатаю. Степ, ты что? Ты куда, Степ? Пошел! Пошел! А вареники, Степ! Отсорванется. Аленушка, душа моя, посмотри, что я тебе принес. Алена. Ну, взгляни-ка. Паш, ну я же просил не называть меня Алена. Не буду, Леночка. Открывай, открывай. Золотоласая. Что это? Паша, я же о таких и мечтала. Ты пьесу прочитала? Прочитала. Только там у моей героини совсем мало слов. Ведь я, конечно, понимаю, что так придется меньше учить. Но я всего 3 раза появлюсь на сцене. Ну, детка моя, нельзя же сразу в дамки. Нужно от малого. Малого идти к великому. Паша. А когда ты старую суку из театра выпьешь? Ты про Томку Суслову? А что, у тебя есть другие старые суки? Ой, ну и бестия же ты. Просто, просто сущий черт в юбке. Вчера у профессора Бельского на операционном столе человек умер. Бельскому нынче 72. Преклонный возраст. К глубочайшему сожалению, факт. Какой светило был. Величайший хирург. После Пирогова один такой. Жаль Андрея Лаврентьевича. Жаль. Равным ему не будет. Гангрена. Готовьте к операции. Будем ампутировать. Добрый день, Андрей Владимирович. Ну, для кого добрый, для кого нет. Да, я уже слышал. Очень сочувствую. Пациент был весьма преклонного возраста. Нет, того... хирург тоже был весьма преклонного возраста. Андрей Владимирович. И поэтому ему надо честь знать. Зачем это? А, Алеша, отовсюду нужно уходить с высоко поднятой головой. Понятно, да? Я этот момент упустил. Поэтому придется уйти, поджав хвост. Андрей Лаврентьевич. Ладно, не будем обо мне. Я не с этой целью вас ждал. Значит так, я по-прежнему буду возглавлять больницу. Но все операции за меня будете делать вы. Я? Алеша, вы обладаете уникальным врачебным талантом. Андрей Валерьевич. И этот талант, между прочим, вас открыл я 10 лет назад. Так что не скромничайте, мой друг, а готовьтесь к серьезной работе. Откуда кобыла?
У председателя взяла. Сказала Иван Сергеевич, Вафлянова книги отвезти нужно. А врала? Так нет, я Колокольцеву сама желание изъявила. Так я уже их отвезла. Так, Утёс. Пошла! Давай. Шел! Стоп! Шел! Ушла! Прилично рвать с клумбы цветы. Юля, мне кажется, я ужасно по тебе соскучился. А что это мы сияем, как новенький пятак? Живо рассказывай, что у тебя хорошего случилось. Знаешь, мне кажется... Алёш, ну опять тебе кажется. Ну не томи. Ну не перебивай меня, Лиля Михайловна. Ну ты же знаешь, какая я любопытная, Лёш. Мне кажется, что я очень хочу, чтобы ты стал моей женой. Ну, наконец-то, Алёш! Дон-дон-дон, девка платье мыла, звона колотила. Варька! Ау! Ты так не нагибалась? Не то, что я в воду грохнусь. А ты глазенки-то свои не расщеперивай, Сань. Ты куда это с утра цапа раньше? Да за место от цапа рыбачить. Спину у него прихватило. Второй день лежит, с печенью встает. Завтра я тебя, Варька, на лодке покатаю. Ой, гляньте на него, покатает он меня на лодке. А я, может, кататься не захочу, а? А вот завтра и поглядим, захочет или нет. Из-под дверья, дон-дон-дон, дрона как волочила, дружка поджидала. Подъезжала.
в речке, как цыганка чумазая, хожу. А то что чумазая, что не чумазая, все равно точно цыганка. На следующую субботу баню готова будет. Вот там и помоешься, и попариться. Степа, ты гляди с крыши-то не свались. Жуть, как на крышу забрался. Глядеть на тебя страшно. А ты не гляди. Не свалюсь, ежели не накаркаешь. А то и поглядеть на вас нельзя. Чтоб ты, Варвар, не мешал мужикам работать. Поди вон матери в хлеву, почистить помоги. Чё стоишь-то? Варвар, оглохла, что ли? Чё, бать? Чё, матери ступай, помоги. Ща. Давай бегом. Ядрёна коза, а? Ну ты чё расселся? Стучи давай. Ты всю эту рухлядь чистишь, а? Выкидывать тут все давно пора. Ой. Вот все лишь бы повыкидывать. А если что ж понадобится? Чего ж тут может понадобиться-то? Надо скрывать вот так. А? Из наших детишек, кроме Алешки, мне никто спать и не пожелал. Не пожелал. Я ведь ее своими руками смастерил. Я, пожалуй, кроватку не дам. Вот и я про то же. Каждая вещь тут чем-то сердцу дорога. Куда ж ты это все выкидываешь? Я, Макар, этот сарай более всего в нашем доме люблю. На душе мне тут покойно. Ты знаешь что, ты мне полки под потолок подвесь и круг прям вбей. Мясо буду подвешивать, чтобы на зиму нам вялено было. Сделаю, мать. Куда эта Варвара наша подевалась? Да куды-куды. Вон с Санькой Жуком на речку убегла. Вот куды. Надо за Саньку ее замуж отдать. Чего? Как посватает, без разговоров сразу отдам. Господь с тобой. Куды замуж-то? Рану ей. Рану. Куды же рану-то? Она на Степку вон сегодня так пялилась. Меня стыдоба до костей пробрала. Иди ж ты. А Степку? Тут и оно. Что на брата родного, словно на мужика какого пялилась. Я едва глаза ее увидал, чуть с крыши бани наземь не грохнулся. Скоро спелка она у нас. Кровь у нее, видать, шутка горячая. Надо немедленно замуж ее отдавать. Тут
То-то да. То-то да. Ну вот на то мы порешим, мать. Ясно? Порешили. Кажется ли вам странным не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь. Уж не боитесь ли вы греха? Нет, ну как-то иначе там так. Уж вы ссоритесь да перекоряетесь. Уж не боитесь ли вы греха? Да, да, да. Отчего же вам так много? Отчего же? Нет. Я репетирую, кого там принесло? Лёша. Лёша! Лёша! Родной мой! Лёша! Ой, одна. Познакомься, это... Здравствуйте. Это Лиля. Моя. Боже мой. Вот как. А я уж думала, что брат у меня только больных умеет резать. Что вы стоите? Садитесь на диван. А мы с Алешей уже несколько лет общаемся. Только вот почему-то он меня знакомить с вами не спешил. Полагаю, что он ждал, пока созреет его решение. А решение его зрело чрезвычайно долго. Я уже потеряла всякую надежду. Решение. Какое еще решение? Ты никак надумал... Жениться.
Вот свадьбу хочу в родной деревне справить. Так что, Аленка, готовься к встрече с родней. Нет, нет, я в деревню не поеду. Кого я там не видела? А впрочем, почему бы и нет? Может быть, оно и пришло, это время. Вытирайте. Алёша, вы даже не представляете, каких нечеловеческих усилий стоит мне проходить мимо стен операционной комнаты. Добрый день, Андрей Лаврентьевич. Бог с вами, Лёш, какой день? Уже вечер. Вы что, весь день провели в операционной и даже не заметили, что наступил вечер? Вижу, устали. Да нет, что вы, это ли усталость? Не лукавьте, Лёш, я вижу, вы устали. Садитесь. Я по себе знаю. Слушайте. А можно я буду к вам приходить в операционную? Бесшумно ступая, не дыша, в уголке стоять буду. Андрей Лаврентьевич, ну, разумеется, в любое время. Ну, не могу. Понимаете, ну, не могу я удержаться. Вот каждый день, когда вы оперируете, не представляете, я... Нет, нет. Да и несу свое бренное тело к дверям операционной. Понимаете? И как кот ученый. Тут хожу туда-сюда, туда-сюда. Слушайте, а может быть, меня как убийцу тянет на место преступления? А? Андрей Лаврентьевич, вы столько лет провели у операционного стола. Вам теперь без хирургии вроде как без кислорода. Ой, это точно. Вот. Не могу. Теперь серьезно. Вы, Алеша, уникальный хирург. Правда? Вы не представляете, что вас ждет в медицине. Каким еще вам предстоит стать хирургом? Как прославится ваше доброе, славное имя. Я не шучу. Я не шучу. Ну, ладно. Я больше вам ничего не скажу. И забудьте то, что я вам сказал. Итак, до завтра. То, чтобы мое, это некой Хромовой Зои Петровны. Но рецепт выписал точно я. Правда, лет 6 назад, еще на заре моей медицинской практики. Леонид, доктор, вот Зоя Петровна, это моя тетя. Тогда ее
от болезни влечили. Она вам в ножки кланяется. Весной, правда, она с лестницы свалилась. Да так ушиблась, что теперь лежит и помирает. И помрет, ежели вы к ней не придете, не просите ее, бедняжку. Пойдемте там, мой сынок. Милый мой, ну куда же я пойду? Ты прости, у меня сегодня крайне тяжелый день был. Я выдохся на сегодня. Кроме того, моя невеста... Ну ладно, веди. Дяденька, доктор, только не пугайтесь, у нас света нет. Давай. Тетя моя бедняжечка с этих самых ступенек и свалилась. Глаза у нее плохо видят. Мне кажется, я здесь уже был. Ну, так и я вам про то же. Были у нее, давно только были. Вот так крепко держитесь, а то еще, упаси Боже, навернетесь. А я тут скажу ступеньку, по крайней мере, не знаю. Сколько тебе лет? 6 лет мне скоро. Только когда мне день рождения, я не знаю. Тетя говорит, скоро. Мне только один раз на день рождения подарок дарили. Дедушка дарил пряники сахарные. Но только дедушка уже умер. Пошлите. Проходите, тут уже светлее. Только не споткнитесь, тут доски лежат. Это моя тетя себе весной на гроб припасла. Если помрет, что в гроб ей сказать себе. Она про это все время думает. Она же ведь не помрет, правда? Вы же ее вылечите. Вы пришли, Алексей Макарович. Я же вас все эти годы вспоминала, только найти никак не могла. А на днях мне приснилась наша старенькая Библия. Я ее соседке Верянтовне мне на небольшой мешок картошки вот 2 года назад поменяла. Тимка ко мне Ирина Антон привел. Я говорю, дайте срочно мне мою Библию. Она мне ее принесла. Открываю. А там рецепт ваш. Господи, как я обрадовалась. Ой, читаю. Морозов Алексей Макарович. Ой. Я говорю, Тимке, отбеги все больницы. Приведи мне этого доктора. Вы же когда-то мне жизнь спасли. Я вас помню. Что вас беспокоит? Беспокоят меня ноги. В коленях не сгибаются. Видать, как упала, так и переломала. Переломов нет. Обе ноги целы. Да. Судя по всему, у вас артрит. Ой. Я сейчас напишу, чем его лечить. Ну вот, тетя Зоя, ты не помрешь.
Тимофей, ты ведешь сейчас себя крайне невоспитанно. Отойди от доктора, сядь за стол и съешь каши, которую тебе сварила Ирина Антоновна. Кашу-то я съела еще вчера. Ну, тогда съешь чего-нибудь другого. Хлеба съешь. Хлеба нет. Чего-нибудь другого тоже нет. У нас вообще ничего нет. Никакой еды. Так, я вам тут все написал. А. Простите, я вынужден спешить. Я зайду к вам завтра. Да, и еще. Я Тимофея вашего с собой возьму. На час, если вы, конечно, не против. До завтра. А куда вы меня ведете? К себе домой. А зачем? Затем, чтобы накормить тебя и передать еды для твоей тети. Вот ты, Тимофей, ведешь себя совсем как взрослый. А нос у тебя чумазый и сопливый. Имя Тимофей не совсем не нравится. Зовите меня Тимкой. Хорошо, договорились. Держи, Тимка, платок. Будешь им нос вытирать. Спасибо. Чем ты тут занимаешься? Да вот хотела эту картину выкинуть к чертовой матери. Вот как? Чем же она, интересно, тебя так разгневала? А ты не понимаешь. Еще скажи, что Дубасов это не с Сусловой списал, да? Пашу.
Расселся. Дом! Вот, держи, поешь. Куриный суп. Кажется, вкусный получился. Хлеб тоже тебе. А когда суп доешь, я тебе... Тимка, давай мы с тобой кое о чем договоримся. Давай ты к нам каждый вечер кушать приходить будешь. Договорились? Договорились. А я с тобой в субботу схожу на представление кукольный театр. М? Нет. Такого просто не может быть. Дяденька, тетенька, вы, наверное, не настоящие. И один раз было такое. И мальчик во сне солдатика подарил. А когда я проснулся, ни мальчика, ни солдатика нету. Потому как были они не настоящие. Вы ведь тоже не настоящие. Господи. Меня Лиля зовут. А дяденьку Алёшу. Ты нас так и называй, хорошо? Да. Ешь, ешь, не спеши. Да и потанцуй. Погуляй! Погуляем. Матвеевна, ты чего от него Морозовых? Вся деревня нынче у них гуляет. Так и я сейчас пойду. Куда ж я денусь-то? Слыхала? Сын-то у них доктор городской. Известный доктор. Людей режет. А Алёшка-то? Ну? Ой, какой он молодец-то. И невеста-то у него девка-то городская. Нашим-то он девкам не чета. Но не лыком-то она у него шита. Догоняй, Матвеевна. Сейчас еще Протасовы за нами подтянутся. Ой, бегу, бегу, бегу! Ели, луга, ветра, друг, на ели, луга,
Есть такие люди, на которых даже глядеть сердце радуется. У того, как люди эти, гордость наша. Колхоза нашего гордость. Оставил ты родную деревню, Алексей. По другому пути пошел. Но путь твой доблестный и славный. Ты теперь, Алексей Макарович, в городе большой человек. Ты теперь людям жизни спасаешь. И все мы тут собравшиеся дружно гордимся, что наш земляк таких высот достиг. Да. Не-не-не-не. Ну тихо, тихо. И невесту ты себе выбрал, хорошую, правильную. Да к тому же еще и красавицу. Дорогие наши Алексей и Лилия, совет вам до любовь, детишек побольше. Чтоб заботились всегда друг о дружке и жили в мире и согласии всю вашу жизнь. Дед Лукьян. Ну так, Горько! 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 Куди? А ти куди? Альонка! Альонка, ти куди? Куди ти? Альонка! Ти куди пішла? Ну, не жаржа! От де? От зараза! Зараза! Дурной характер, а? За молодих! Хлеб беріть. За щастя молодих! От дурной характер, за молодих! За молодих! За молодих! За молодих! Ой! На щастя! Не льют, там і льют! Занудство в сердце моем. Ты зачем караулишь меня? Ведь я живой мужик, не каменный я, а? Змея ты, а не баба, змея. Уезжаю отсюда. Походу, я с тобой беды не наделал. Да я же тебя сбежала. Да я же видеть его не могу. Ты, ты, только ты. Война. Дура ты, Аленка, а? Ну зачем я тебе? После председателя. Ой, понесло родимого по степям, понесло. Кто на всех колхозных собраниях председателю наказ дает, напутствие? Нет, Лукьян, это не как о себе. А об ком еще, коль не о себе? Ну-ка, цыц, все, цыц. Лукьян Потапыч говорить будет. Батя. Чё, батя? Чё тебе завсегда батя, батя? Твой батя в Лёшкином роду самый главный, самый старшой человек. О, батя. Алексей. Лилия. Лилия. Мы с вашей бабкой
50 годков уже вместе. О, это кто ж тебе енту арифметику подсчитал? Замок, старая! Замок! Ну так вот. И ругаемся мы с ней. И дружка на дружку глядеть, ну просто фу. Ну вот сошлись мы так, что как будто чудо-юдо какое, двуголовое. Ну. Так это я к чему клоню-то? Чтоб вы были как голова до шея. Вот так. А кто из вас голова, а кто шея, это вам самим решать. Я вам не указ. За голову да за шею пьем. За что пьем-то? Уйди, бабка, уйди! И шо? Чтобы мне правнуков скорехонько состряпали, покуда я не помер. Батя, а можно я скажу? Ты никогда за столом речей не толкаял. Говори, говори, мама. Да? Говори, говори, доча, говори. Я что сказать-то хотела? Речей держать не умелая, но сегодня скажу. Для каждого из нас земля родная, отчий берег, стало быть, один единственный на всю жизнь, как отец да мать. И ежели ты покинул этот берег, забывать его нельзя. От того, как предки тут твои жили, от того, как они тут схоронены. Земля эта видала их слезы, радости. Ты, Олешенька, вряд ли сюда еще вернешься. Но забывать берег-то этот нельзя. Никогда нельзя. Вот. Дашка! Ну чего это? Как ты поминка-то? Вот тоску-то навела. За молодых! Сказала? Топельче садись. Ну так это... Горько! Thank you.
девки! Как не только вылез, как вы Аленка-то вон еще на пару дней тут останется с нами. Уж не знаю, что же ее тут в деревне-то держит. Или кто? Ой, да ну тебя, Макар. Ладно, что ж мы про Аленку-то на вон. Когда захочет повидать Алешку-то, повидает. Рядом они. Вот. А мы... Леша! Мам, мы к вам в конце лета приедем. Да, знаю, в конце. Ну, слушай, ну чего ты плачешь? Ну... Все, ничего, не буду. Все, все. Все. Лиля, деточка, ты же нам как дочь родная, семья мы. Ты не гляди, чего же я баба-то простая, деревенская, набужная, безграмотная. Но я к тебе всей душой, всем сердцем. Спасибо, мам. Спасибо за все. За Алешу. Леша, Леша! Мам, ну... Ну все, едва, все, все, все. Едва, детки, у вас появится. Вы к нам сразу. Мы с отцом-то в грязь лицом не ударим. Вон, своих четверых в госпитале вырастили. А тут внуки. Леша. Мам. Леша. Ну, мам. Ну, все, 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 все. Мам, ну что ты так ждешь, это свое Леша? Леша. Мам. Ну все, мам. Степа, вы если с Варей надумаете в город, на учебу или на работу захотите? Лиля, а как же так-то? Нас здесь одних с отцом. Ой. Леша, сынок, ой. Ну, мам, ну все. Ой, все. Мать кончай, не топором отчалит. Все, все. Все, отпускай, свина, да. Отпускай. Ой. До свидания, Лиля. До свидания, Варя. Знаем, мы с Лешей вас всегда ждем. Дочка. Мам, мать, отпускай сына. Не свидимся, я мать. Знаю. Мать! Все, иди. Иди. Пойдем, бать.
Степа! Лилька вас сварьку-то с панталыку сбила. Бошку-то себе забили? Чё, в город ехать удумали? Слышь, что говорю-то? Да ничего не удумали, мам. Жили в деревне. Жить думаю. Еще в этом городе не видали. Успокойся ты. Успокойся, успокойся. А вот неспокойно сердце-то мое. Уж который день. Санька Жуков сегодня приходил, покуда ты на поле был. За тебя спрашивал. Чего ему надо было? Бог его знает. Поди мириться приходил. Хватит уж вам зыркать-то друг на друга. Товарищами же были. Были. Сплыли. Степан, хочешь того или не хочешь, а Варьку я все одно за Саньку Жукову отдам, ежели он ее посватает. И кончай сестру на привязи держать, как собаку. Выросла она уже. Хочет с парнями водиться, пущай водится. Пущай водится. Ну, погоди, Степан. Степ, ты мне воды-то с речки притащи. Пару ведер. А то Варьку-то не дождешься. Вот девка. Пошла белье на речку постирать. Так до дыр ходит и застирала. Ну все, все, все. Слышь, что говорю-то, да? Слышу. Характер йоди. Уходи! Тебя мать потеряла уже! Отвернись или уйди, я из воды выйду! Выходи, кто тебе мешает.
уйди, Степа. Уйди. Дед! Лукьян! Дед! Лукьян, да проснись же ты! Ну! Чего? Сон дурной привиделся. Ну, так гони его прочь. И спи далее. Сон. Испужала мужа. Сей да. Ночи. Лукьян! 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 Чего? Помрет у нас кто? Евдокия, ты чё языком своим метелишь? Ой, не могу. Не могу, Лукьян, душа моя рвется. Ой, беда будет. Ой, беда будет, беда. Тьфу ты, идти твою налево. Что за народ такой, дурной бабы? Пойду самовар заварю. Чаю по хлебам. Евдокия. Чаю по хлебам. По хлебам, по хлебам.